Звезда «Дома-2» Ирина Пингвинова впервые стала мамой. В личном блоге Ира поделилась фото из родильной палаты. 22-летняя звезда телестройки призналась, что и она, и новорожденная малышка чувствуют себя хорошо. Как участница «Дома-2» назвала дочь, пока неизвестно. Но Ирина сообщила, что дочка появилась на свет в 3 часа 50 минут. Вес ребенка 3,960, а рост 54 сантиметра. Пользователи сети поздравили молодую маму с важным событием. Они пожелали ей здоровья и терпения. К слову, за несколько дней до родов участница «Дома-2» рассталась с отцом ребенка Дмитрием Чайковым. Но кажется, что их с возлюбленным удалось сохранить хорошие отношения. 25-летний Дмитрий, ожидавший появления дочери в машине, написал в социальных сетях. «Так, у меня сегодня будут радостные новости. Я сегодня стану папкой. Приехал в роддом». Переписывались с Иришкой, Иришка отвечала. «Но сейчас перестала отвечать. Сказали, меня не пустят. Но я пока тут подожду». Сейчас она перестала выходить на связь. «Думаю, что я в любой момент могу стать папой. Хочу знать об этом первой». Напомним, инициатором разрыва стала Пингвинова. Молодая мама устала от ссор с избранником, поэтому решилась на такой шаг. Ирина откровенничала. «Мне очень стрёмно об этом говорить. Это как унижение какое-то. Потому что я так всем твердила, что у нас с ним все хорошо. Я так хотела эту семью. Он меня спросил, что нас вообще связывает, кроме ребенка. Единственный общий интерес, который меня связывает с ним, это проект.